Изделия прикладного искусства руками заключенных. В колонии особого режима АК-159/5 состоялся смотр-конкурс «Картин осужденных исправительных учреждений области». Этот республиканский конкурс с говорящим названием «УМЫТ» проходит уже 13-й год. К сегодняшнему мероприятию заключенные готовились целый год. Полная свобода творчества, и вот результат. Более 20 картин, расписанные живописью, изделия ручной работы, выдержанные в национальном стиле, точечные и резные сувениры и многое другое. Как можно посмотреть, и картины, и поделки, они где-то свой внутренний мир, а сожаление. Где-то о сделанном, горечь, о близких, очень много на картинах это видно. Оценивали работы члены Карагандинского союза художников. Мастера кисти отметили тонкую, кропотливую работу участников. Особое внимание уделили изделиям ручной работы. Посмотрели, отметили наиболее профессиональные, лучшие работы, которые здесь вот представлены. И надо отметить, что довольно-таки уровень неплохой. Конечно, есть довольно-таки слабые работы, но в целом выставка неплохо смотрится. Победителей на этом конкурсе много, призы для участников солидные, поощрительные грамоты, денежные вознаграждения и длительные свидания с близкими. Работы талантливых заключенных отправятся в дома престарелых, детские приюты и интернаты. Амина Смакова, Габиден Курушпеков, Асхат Абидулов, Первый Карагандинский.